Здесь очень красивая природа, вот это дерево просто как в сказке. Предоставляются такие велосипеды. Их можно брать бесплатно, кататься и потом возвращать. И чтобы вы знали, что я выезжаю в безопасном виде, я одеваю маску и одеваю очки. А вот по этой дорожке, мимо этих прекрасных кампусов, мы ездим в магазин Aldi. Это такой супермаркет. Здесь также в Венгрии есть магазин Spar. По-венгерски называется он Spar. И несколько раз я пыталась спросить, где находится Spar, они меня не понимали. Потом до меня дошло, что если бы я сказала Spar, то они бы поняли. Вот. Поэтому так, под таким прекрасным видом, мы идем или едем вот, в магазин. В частности, моя специальность — международные отношения, у нас корпус в Будапеште. Но здесь вот тоже ребята учатся, видите, да? Специальность Янка для ректора, для декана. Вот так, очень мило. Вот это библиотека. Я там была, но там в основном только, как сказать, литература на венгерском языке. И вот если идти по этой дороге, можно пройти к другому бежите или к железнодорожной станции. А вот здесь вот переход. Сейчас дорога для машин закрыта, но мы можем ходить в магазин. Вот эта дорога ведет к Aldi через заправку. Когда не работают магазины в праздничные дни, можно, в принципе, что-то купить на заправке, но там дорого. Очень, очень. Ну вот так выглядит магазин Aldi. Большой супермаркет. Я не буду весь снимать. Это как бы начало. Маски 100 рублей за одну штуку. 10 штук 1000 рублей. Вот это вот главное здание Stephanium Building. А вот это Stephanium Building. Здание, в общем, да. И вечером оно тоже так красиво горит, но вечером на моем телефоне нет такой возможности посмотреть, как внутри красиво. А внутри вообще там классно. Вот такие колонны, когда-нибудь я покажу, как внутри. Другое здание. Ambrosianum. Как-то так называется. Аптека, такое красивое здание, мне очень нравится. В общем, это магазин Куб в нашем пригородном городке. Фруктовый магазин. Но вот вы видите, что продаются корзиночки и почему-то повешены банки. Наверное, это баночное дерево. Вы можете выбрать себе лимонад, какой хотите. Здесь находится вот такое кафе. Так как это трасса, поэтому у нас 5 утра, это пекарня, и летом здесь было мороженое. Вот следующее здание, это как раз хозяйственный магазин, ну и плюс там продукты. Здесь только за наличку, там можно оплачиваться картой. Не знаю, есть ли в России разные виды пепси, я пробовала лайм и черри, и последний раз я пробовала манго. Манго очень вкусная, а также вот тут еще джинджер. Привет, как дела? Привет. Cheers, ура! Cheers, ура!
to you. Привет. I'm thinking. Woo, look at my menu. Hi. Позвони Чанел. Позвони. Please call both channels. At Josie Now. Josie Now? Yes. And I promise videos of life. Bye. Bye. YouTube. Okay. Just save a life. Look at here. This. You're gonna love it. Okay. Bon appetit. Goodbye. See you later. Alligator. And that's it. Please call me. Всем привет, я Казаря Нара, и я студент в Будапеште. Познакомился с Людой 12 января в армянской церкви в Будапеште. Много раз я приезжал в Пелешчаба. Пелешчаба – это очень хороший и очень уютный, милый городок. Там находится учебный кампус нашего университета, в котором мы также учимся вместе с Людой. Разных специальностей, конечно. Но время от времени я приезжаю и навещаю этот приятный и уютный кампус. Спасибо. Стало время пить чай, несмотря на то, что уже ночь, а работа полным ходом. Времени снимаю видео, что сейчас 1:30 ночи, 8 мая, вот что пока оно сконвертируется в нужный формат.